Ёшкин-кошкин. Привет, Надежда. Расскажи нам про этот компостер, а то все люди спрашивают. Смотрите, кто спрашивает, вот так выглядит компостер. Значит, Алка торговая марка. Это компостер, называется Джамбо 600/800. Но это моделька Джамбо 600. То есть его размер 600/800. Компостер знаем для чего. То есть там сбрасываете всю травку, муравку в частном секторе, а потом используется как удобрение. То есть очень классная штука для частного сектора. Очень компактный, ну то есть, а сейчас тем более, да, вы знаете, что сжигать в частном секторе мусор и, да, всякую штуку нельзя, травки, муравки, за это штраф. Ну или будут соседи ругать за неприятные запахи. Еще раз, что интересует? Поэтому вот такая вот штука компостер, она недорогая, в районе 1000 гривен, поставите себе на участке, она разбирается, собирается, плотный пластик, да, термостойкая, то есть от погоды особо не портится, не трескается, собирается как пазл, то есть можете собирать ее постепенно и набрасывать, потом, когда хотите взять этот компост для удобрения, разбираете и разбрасываете. То есть очень классная такая штука, так выглядит. Есть разные размеры, торговая марка Алка, если заинтересовало более подробно, смотрите у нас на сайте Электромотор. Так он собирается, да? Да, вот так он и собирается. Производство качественное, поэтому... То никто не понимает, в офис сносят какие-то штуки? Ну, в общем, вот непонятные штуки. Кто знает, тот покупает. Покупайте в нашей компании, в общем, хорошая вещь, рекомендую.